Наталья Масурова – специалист со стажем. Она имеет профессиональное образование и 3 года осваивала разные виды массажа в специализированном училище. Мягкие, словно кошачьи поглаживания, сменяются более ощутимой проработкой проблемных участков тела. Женщина, как заправский экстрасенс, руками чувствует все болевые точки в мышцах и затем умело снимает зажим. Наталья на своем месте, а ведь долгое время она не могла найти работу. Многие форматы, те, которые доступны другим людям, нам недоступны в силу отсутствия или частичного отсутствия зрения. Тактильность пальцев гораздо сильнее, чем у обычного человека, потому что читать по Брайлю не каждому дано. И то, что мы можем нащупать руками, не каждый видит глазами, поверьте. Поэтому осязание и тактильность кончиков пальцев – это на уровне танца балерина, наверное. Желание Натальи вернуться на работу исполнилось благодаря государственной программе «Содействие занятости населения», которая вот уже 6 лет реализуется в Краснодарском крае. Работодатели, которые организуют рабочее место для инвалида и закупают необходимое оборудование, получают субсидию от государства. Людям с ограниченными возможностями действительно очень трудно найти себя в этой жизни. Но такая профессия, как массажист, незрячий массажист, это очень перспективный род их деятельности, и находят они себе работу благодаря таким еще работодателям. Наталья Алексеевна очень довольна. У нее появился шанс не только помогать людям и зарабатывать, но и общаться с клиентами. А это настоящее счастье для тех, кто остается один на один со своим недугом. Когда узнают, что с ограниченными возможностями человек, и брать особо не хотят, потому что надо условия создавать специальные, надо какая-то ответственность. Я очень довольна, что меня сюда взяли, что сделали такое рабочее место. Мне все нравится. Массажный кабинет «Энергия рук», где теперь трудится Наталья Масурова, расположен по адресу улица Розы Люксембург, 105. Так что опытный массажист ждет клиентов. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».